Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 662. События дня. Малахия 2.7. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. За 5 октября 2017 года. Какие события? С утра дождь со снегом. Пошли Володя с Никитой выкопать морковь. Не выкопали. Невозможно. Грязь одна. Тут через улицу переходить к Никите, с Володей и ко мне. Я говорю, давайте сделаем дорожку, чтобы по грязи не переходить. Травы принесли сухой. А потом кора, которую снимали, когда шкурили березу. Все это мы сняли, показали, как интересно. Дорожка красивая такая, бело-желтая получилась. Потом ее удавили еще, постарались утрамбовать. А Виктор Николаевич Савченко тут с машиной возится. Роман ему купил там, что требуется. Представляют что-то там, не знаю. Не вижу, не подхожу, раз не понимаю. Вот, дома были. Вчера, интересно, голуби. Окончательно уже селекция прошла. Остались около 25. На зиму много зерна уходит. А Игорь еще ничего не убирал. А без него я не удержу. И новые гнезда набил. Они наклонные. А трава, которая есть, не хватает одной доски сбоку, с торца. И яйца выкатываются, падают. Ну, как их там прибить? Неудобно. А решил так, взять коровий навоз и заляпать там и все. И так и пошли у Андрея, привезли 3 ведра. Володя наверху на лестнице, я подаю ему, и все сделали. И голуби прям сразу полезли в гнезда. Так интересно, как будто ждали нас. Это наши события, махонькие такие, махонькие. Ну, это наши события. Вот. Каждый что-то делает. Ну, а я больше время дома провожу. И думаю, как мы успели. Вовремя все. Вчера посмотрел, проверил капканы, бобры не попадают, ничего нигде нету. Успели мы укрепить плотину на лагерном пруду на Камагорихе. Забили столько свай, никогда столько не били. Около 200 сразу. Руки подшибли все, меня ударили немножко. Я не знаю, там между этими ударил. Нет, не кувалдой. Там что-то свая прижала чуть пальцы. И ногти красные, потом посинели. И сейчас чернеют ногти на правой руке. Ну, вот так события. Посмотреть нужно наши ресурсы. Вот. Мой мир люблю. Все новое и новое. Перенести файлы в эту область. И кроме того, сразу у нас форум. Вот он, православный форум. Очень большой. 1600 тем. Огромный просто. Легко искать. Вступление, и там играет музыка, как песнопение во свете Библии. Так интересно. Ну и видеоканал. Сегодня тут с 2 часов, неполных 2 часов еще не было ночи. Проснулся, холодно, не затопил вчера. Поставил 5 роликов. Лежу, уже 14 человек пришли за 25 минут. Больше-то нету. Когда на ролики поставил, к нам приезжали баптисты. Ну, я пошел по деревне, спросил отзывы всех, как думают. Они как будто бы первый раз слышат, они и говорят такое. И невозможно такое. Самый популярный сейчас ролик это.
И вот там начинает говорить, а совершенно не по делу. Глупые отзывы дают. Вчера заходит, а старый черт, дьявол это на меня. Это все баптисты. До того интересно, куда их это делось, наигранность вся. А почему на исповедь-то не ходят? Не причащаются. Поэтому же каждый варится в своем соке. А, да баптисты такие хорошие, все вместе. Да что, с еретиками соединяться, что ли? Все вместе, то другое хорошее. Веры не знают. Кого судите, дескать, они судите. Если я сказал, что они не церковь, я сужу. А сами 1600 лет христианства отбросили. Как Киприан Карфагенский говорит, свои молитвы, свой алтарь придумывает все это. И кровь мученическая не поможет. Все отбросили. И Златоуст не нужен, и Василий Великий. Никто, ни блаженный Иероним, никто, сами себя. Ну, ладно, иконы, идолы порубили, но от вас полезли другие. И не один, не два, тысячи, как говорят специалисты, 21 тысяча разных сект, ни конца, ни края нету. Такое самомнение. Спасен, и все. Больше ничего не знает, я спасен. А обольщение большего не придумаешь. Как православные обольщаются, ну, это уж все похлеще. И главное, такой ролик простой-то. Ну, были у нас баптисты, показали, я там ничего не добавляю, как было. И люди отзывы нет, только чтобы отзывы были хорошие. За каждый отзыв ругают. Ну, ясное дело, что не безбожники, им какая разница-то. Явное дело, что баптисты отзывы-то дают. Дьяволом меня и как только не называют. До того интересно. Мне интересно. Я ему говорю о крещении, а он не слышит, не понимает. Такой облупленный стоит. Его уже втолкнули. А живут. От отделенные баптисты, самые строгие, совет церквей. Но стали исповедовать, долго беседовали, приехали братья. Добрачной жизнью живут, блудят, и чего только нету. Где Прокофьев ваш? Ну, самые главные руководители в блуде утонули-то. И вот еще что-то надмеваются над православными. Православные на исповедь ходят-то. И многие живут по-христиански. Я уж не говорю про монастыри. И над патриархом там изгаляются. И на свои-то бритые стоят какие, как любой бы сказал. Ну, по виду-то еще лоснятся, аж блестят стоят. Ни в одежде, ни в чем, нигде. Неупрекаемые были бы. Это делать было другое-то. Платок на голову и то не могут надеть. Посмотри вот на нашу воскресную школу. И как сидят девочки одеты. Нет, когда только молятся. Ну, что она никогда и не молится. Пришли, поют, и все, не молятся. Ну, не молятся. Как молится, она побежит домой за платком. Еще раз говорю, посмотрите на иконы, на изображения, как Божья Матерь изображается, святые. Да и сегодня мусульмане это определенно примером могут являться целомудрие. Нет, стоят мужчины в галстуках, посмотрел, вот сколько их есть в галстуках. Сектанты у нас собрание, одно я мог бы показать. Ну, я не знаю, как это показать-то. Сейчас, минутку. Это, наверное, не покажешь. Это вот собрание было. Ну, видно или не видно, не знаю. Это глава администрации сидит, нижний ряд в галстуке. И с ним рядом я сижу. Это в городе Барнауле. Всех, как она называет, конфессии. То есть всех еретиков собрали. И посмотрите, в галстуке 10 человек. Больше по все, почти, все в галстуках стоят, все бритые. Ну, что говорить, тут вот, где священники, как выглядят, с крестом, сразу видно. Ну, я их многих знаю, адвентисты тут, и кого только нету, а иеговисты не ходят. Кришнаит и тот без галстуков, красный. Вот это Калгана Владимир Николаевич, глава города, мэр города Барнаула. И вот написано, встреча. Встреча главы города Владимира Николаевича Колганова с представителями религиозных конфессий при подписании обращения к жителям города Барнаула,
16 декабря 2005 года. 12 лет назад было. Я тоже, интересно, глава администрации города. И я решил не фотографироваться. И они сели, вот это, фотограф, собрали специально. Это сидели за столами, все, это на память фотография это. А он мне машет рукой, иди садись рядом. Там кто-то пытался сесть, он не допускает. Все так, ну, расположен, я ему книги дарил. А до этого был Баварин, входил в десятку лучших мэров России. Приезжал ко мне домой, там я получил 2 дома в честь компенсации того, что меня изъяли при аресте. Ползунова, 6, город Барнаул. Еще не скрывая, прямо говорю, вот они стоят в галстуке, посмотрите, и чем надмевать все могут. Ну, даже мусульманин, он постелит, и то без галстука. Вот удавка масонская, еще не понимает, совершенно ничего. Говоришь, куда-то под потолок глаза закатят, стоит, и все. И все еретики, и все друг против друга. Ну, а войны-то никакой нету, ну, доказательства где-то. В Барнауле хорошая обстановка. Такая, никто никого нигде не воюет. И... Вот так. Наши ресурсы. Во свете Библии, православный библейский сайт. И главное здесь это вопросы. Вопросы, ответы. Вот я беру несколько. Вот. Вопрос 3194. Сейчас все про войну. 18-й том «Открытым оком». Это «Открытым оком» у меня 33 тома. Я издал. Так называется книга. «Открытым оком». И все же непонятно, почему в продолжающейся трагедии русского народа так и не смогла православная русская церковь сказать свое веское слово, что прекратилась братоубийственная война, чтобы мысли о небе заняли главное место при жизни на земле. Почему? Это мне вопросы задают, я за кафедрой в своем университете, там или на собраниях, на конгрессах, не знаю где. 1000 вопросов. Ответ даю. Единственное только потому, что земной и думает по-земному, со всеми пристрастиями к земным башкам. Им не дано понять то, что выше плотского. Христа не знает ни здесь, ни за границей таким, как он учил, а знает по-византийскому, по-монашескому, чисто по-человеческому. Вот. И когда я говорю что-то, доказываю, то Слово Божие цитирую. Евангелие от Иоанна 3:31. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех». Филиппийцам 3:19. «Их конец погибели, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Если бы сейчас воскресли приверженцы Сталина, Сергий, приверженцы Гитлера, Анастасия, и оказались бы один на один на необитаемом острове, узнали бы они, что и их кумиры и душители сгинули, нет их тех режимов, то разве бы они так говорили? Если бы увидели, где они будут в потустороннем мире и что им самим уготовано, ну, Сергий Строгородский, митрополит, и Анастасий, тоже митрополит Русской зарубежной церкви Грибанов. А ведь все были когда-то такими хорошенькими мальчишечками, ходили в церковь, все желали лучшего себе. А о Библии и Христос остались неведомы. И потому церковь, состоящая из таких, и не может ни сказать, ни сделать ничего. Послушайте для сравнения некоторые материалы времен не так уж и давних. Волю Божию не хотели знать и гнули под патриотизм, под волю народа. Вот как учил архиерей, надеющийся на коммунистов. Кавычки открыты. Русский народ еще на заре своей истории создал свой идеал богатыря, изображенный в былинном эпосе. Еще тут евангельского. Илья Муромец – это синтез беззаветной любви к родине, мужества, волевой пафоса, мудрости, беспощадного отношения к врагам и сердечной мягкости к своим. Беспощадного к врагам. Но считайте характеристики, которые дают немцы. Ну, 17 мгновений весны. Беспощаден к врагам Рейха.
Так прошлая Россия, богатая историческими личностями, вождями и полководцами своего народа, воплощавшими в себе эти качества. И в трудные годины русской истории, в своих блестящих боевых подвигах, поднимавшихся на высоту славу русского государства. Таковы вечные славы и овеянные Александр Невский, Дмитрий Донской, князь Пожарский, генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов. В минуты опасности, грозивших родине, эти русские богатыри становились во главе русского воинства. Имена этих военных вождей для русских людей были символом несомненных побед. Эти патриоты своей родины объединяли вокруг своего имени русских людей без различия положения, возраста, убеждений. И Россия не падала на колени перед врагом. Россия не впадала в страх или бессилие. Россия побеждала. В неувидаемую бессмертную славу облеклись знамена победоносного русского воинства. Великая Отечественная война нашей Родины с фашистскими насильниками ведется уже свыше 2 лет. То есть это во время войны. Вся страна, как один человек, до предела напрягает усилия для скорейшего разгрома фашистских разбойничьих орд. А наша доблестная Красная Армия мощными ударами одним за другим бьет гитлеровскую военную машину и уничтожает живую силу и технику врага. Блестящими победами под Москвой, под Сталинградом, на Северном Кавказе, у Орла, Белгорода, Харькова, Полтавы, Таганрога, Смоленска, под Ленинградом обессмертили себя русские воины. И наш народ с неистощимым мужеством, вынося все тяготы, связанные с войною, вместе с нашими воинами-богатырями ни на одну минуту не ослабевал и не ослабеет в своей крепчайшей уверенности в конечной победе, потому что армия ведет в бой на врага Иосиф Виссарионович Сталин, любимейший вождь нашего народа, гениальный верховный главнокомандующий нашего воинства, Богом поставленный на свой подвиг служения нашей Родине в эту годину испытаний. Все наши победы, организованные и осуществленные его военным гением, вся напряженная работа страны в тылу для дела скорейшей победы имеет источником своего воодушевления, дорогое каждому советскому человеку имя вождя страны и армии. То есть этого бандита прославляет, разбойник, грабил кассы, банки. За каждого немца заплатили 5-6 солдат. 4,5 миллиона пленных сразу. Все плены объявлены предателями. Людоед. Это такие слова, и кто говорит, посмотрим. Глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий Трогородский. В своей телеграмме на имя Иосифа Виссарионовича Сталина ко дню 25-летия Советского государства 7 ноября 1942 года был выразителем чувств всех православных русских людей, когда сказал: «Сердечно и молитвенно приветствую в вашем лице Бога избранного вождя наших воинских и культурных сил, ведущего нас к победе над варварским нашествием, к мирному процветанию нашей страны и к светлому будущему ее народов», то есть коммунизму. Это патриарх говорит. «Русский верующий видит в лице верховного вождя нашей Родины Богом ей данного, отца своего народа, и горячи их молитвы Господу Богу о его здравии на долгие годы. В нашем вожде верующие вместе со всей страной знает величайшего из людей, каких рождала наша страна, соединившего в своем лице все качества упомянутых выше наших русских богатырей и великих полководцев прошлого, видят воплощение всего лучшего и светлого, что составляет священное духовное наследство русского народа, завещанное предками. В нем неразрывно сочетались в единый образ пламенная любовь к родине и народу, глубочайшая мудрость, сила мужественного, непоколебимого духа и отеческое сердце. Как в военном вожде, в нем слилось гениальное военное мастерство с крепчайшей волей к победе. С начала войны во всех своих обращениях к народу
Иосиф Виссарионович не перестает звать к твердой уверенности в победе. Вся страна как один верует его верой. А Русская Православная Церковь молитвенно благословляет подвиг, какой она несет во имя блага и счастья нашей Родины, и молит Бога о помощи нашему вождю в его великом историческом призвании отстоять честь, свободу и славу с родной страны. В дни всенародного патриотического подъема в нашей стране в конце 1942 года и в начале 1943 года, когда могучим потоком лились пожертвования советских людей на дело разгрома фашистского зверя, в этот поток с энтузиазмом вливали свои лепты духовенство и верующие русской церкви. И посылая свою жертву в фонд обороны, верующие патриоты спешили выразить в своих телеграммах верховному вождю нашего воинства чувство своей ему преданности, своего благоговения перед его подвигами, веру в его гений. Митрополит Сергий писал: «Молитвенно желаю вам испытать радость полной победы над врагом и видеть возрождение истерзанной Родины». В другом приветствии он же пожелал Иосифу Виссарионовичу: «Да завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, вами возглавляемый. Вам, Иосиф Виссарионович, главному полководцу и вождю наших победоносных армий, желаем здоровья и успеха в ваших тяжелых трудах». Посылал свои пожелания архиепископ Куйбышевский Алексий от лица всех верующих города Куйбышева. «Живите долгие годы, наш мудрый вождь Иосиф Виссарионович!» Вылилось из глубины души у протоиерея Пенза Алексея Ивановича Виноградского. «Дорогой наш отец!» Такими словами начинал свое сообщение Иосифу Виссарионовичу о пожертвованиях священник Молотовской области Александр Александрович Троицкий. И отеческие ответы Иосифа Виссарионовича на все эти обращения с выражением искреннего привета и благодарности духовенству и верующим поднимали еще на большую ступень одушевления верующих русских людей, составляющих со всеми народами, населяющими нашу страну, одну братскую семью с одним общим отцом во главе. Чувство преклонения перед личностью Иосифа Виссарионовича, перед его мудрой проницательностью, его отеческой сердечностью и изумительным вниманием к нуждам всех без исключения граждан достигли у верующих наивысшего подъема в сентябрьские дни, когда вся страна узнала о состоявшемся в Кремле приеме главой правительства митрополита Сергия совместно с митрополитами Алексеем и Николаем. Во время беседы на этом приеме Иосиф Виссарионович высказал свое одобрение патриотической деятельности духовенства и верующих православной церкви в дни Великой Отечественной войны. А когда патриарший местоблюститель сообщил вождю страны о том, что среди деятелей православной церкви имеется намерение созвать собор епископов для избрания патриарха на вдовствующую патриаршую кафедру, Иосиф Виссарионович ответил, что он сочувственно относится к этому предположению. С таким же сочувствием и с исключительным вниманием глава правительства отнесся и ко всем другим нуждам нашей церкви. То есть тайная правительственная подачка, икра, машины, все это. Ко всем другим нуждам нашей церкви, изложенным нами в этой исторической беседе. Об этом покоряющем сердце чутком, отеческом подходе вождя нашего Отечества ко всем желаниям и чаяниям церковных людей рассказал митрополит Сергий на соборе епископов, состоявшемся вскоре после посещения Кремля высшими представителями Русской Православной Церкви. Об этом сразу же узнала и вся верующая Москва, и все верующие нашей страны. Получая отовсюду восторженные отклики, мы видим, мы знаем, каким энтузиазмом наполнились сердца верующих вести об этом. И нисходит в эти дни с уст их имя Иосифа Виссарионовича Сталина, овеянное любовью всей страны.
Мы участники приема Иосифа Виссарионовича, живем и будем жить под обаянием тех впечатлений, какие охватили нас в часы этой встречи и беседы с любимым вождем своего народа. Мы были поражены сердечной простотой приема и самой личности главы правительства, но под этой внешней обаятельной простотой в его словах, в его обращении с людьми мы видели истинное величие вождя, которого вся страна по праву зовет великим Сталиным. Взволнованные и потрясенные радостью встречи с Иосифом Виссарионовичем, мы были до глубины души тронуты не только его вниманием к нуждам церкви, но и теплой его заботой о бытовых нуждах каждого из нас, из троих, которые там были. Внимание и заботы о нуждах церкви со стороны Иосифа Виссарионовича окрыляют нас, и наша церковь с устроенной энергией отдаст все силы свои на служение дорогой Родине. В переживаемые тяжелые дни имя Иосифа Виссарионовича Сталина, окруженное величайшей любовью всех народов нашей страны, знамя славы, процветания, величия нашей Родины, Русская Православная Церковь молитвенно благословляет жизнь и труды великого вождя страны и Красной Армии, митрополит Николай Ярушевич, опубликовано в журнале Московской Патриархии в 1944 году, номер 1, страница 13-15. Это не выдумка. А вот слова надеющихся на освободителей от коммунизма, выступление митрополита Филарета и определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей об избрании митрополита Пимена московским патриархом, собор епископов Русской Православной Церкви за границей 1-14 сентября 1971 года имели суждение, состоявшемся в Москве с 30 мая по 2 июня сего года собрание, имеющим себя Всероссийским Церковным Собором для избрания Патриарха Московской всея Руси. Кавычки. Внутри железного занавеса там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть безбожная и богоборческая старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить, все об этом знают. Но вот на что я хотел обратить ваше внимание, на то, о чем многие совсем не думают. Отец архимандрит Константин, которого многие из вас знают, вероятно, покойный редактор журнала «Православная Русь», глубокий христианский ум, он из всех достижений, в кавычках, коммунистов, самым страшным считал то, что коммунизм создал свою лжецерковь, советскую, которую подсунул народу несчастному вместе настоящей церкви, которая ушла в катакомбы, скрылась с поверхности. Не думайте, что я переувеличиваю или что отец Константин переувеличил. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. На этом соборе вся Всероссийская церковь во главе со своим первосвятителем патриархом Тихоном анафематствовала, отлучала от церкви как самих богоборцев-безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной властью и до сих пор остается в полной силе. А вот в 1927 году возглавлявший тогда русскую церковь митрополит Сергий Старогородский издал страшную и позорную декларацию, в которой от лица всей церкви объявил, что радости советской власти – наши радости, ее печали – наши печали. Объявил о полном сотрудничестве с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы считаем молитву перед исповедью, когда священник, молясь о кающихся Господу Богу в числе их грехов, перечисляет, что они под свою анафему подоша. То есть, подпали под свою анафему. Так вот и тут, и митрополит Сергий, вся иерархия с ним согласна. Под свою анафему подоша, потому что она же была произнесена и на богоборцев, и на их сотрудников,
А теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними под свою анафему подошву. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской лжецеркви отделилась катакомная истинная православная церковь, которая, уходя в подполье, как нам говорили те, кто были в катакомной церкви, анафематствовала еще раз советскую официальную церковь. Следственно, эта церковь, в кавычках, анафематствована два раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел и вообще церковь, что церковь есть тело Христово, что в церкви пребывает сам Господь, Иисус Христос, и его благодать из истины, которая в нем и с ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующих допустить, что Христос находится в этой организации, которая сотрудничает с его осатаневшими врагами, хвалит их, благословляет и даже с ними под ручку как бы ходит? Конечно, это немыслимо. Поэтому я говорю, что мое мнение, наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывала. Но я убежден, что в этой самой советской лжецеркви благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому, но я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что ж такое-то, какое ж положение получается, если это лжецерковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается, что это лжецерковь? Они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие речи. А я на это отвечаю, как не виноваты? Как не виноваты? А они знают, какая у них власть? Богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? А они ее признают и ей повинуются. И вот за это вместо истинной церкви получают лжецерковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой душой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. Тут судьбы принадлежат только одному Господу Богу. Но я лично допустить, что благодать Божия находится там, в этой самой советской же церкви, никак не могу. Из пасхального послания митрополита Анастасия, первого иерарха Русской зарубежной церкви, 1942 год, кавычки, «Настал день, ожидаемый им, русским народом, и он ныне подлинно как бы воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы. И древний Киев, и многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествует свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела «Христос воскресе». Далее из воззвания к пастве архиепископа Серафима Ляде, главы германской епархии Русской зарубежной церкви, июнь, 1941 год, кавычки. «Во Христе возлюбленные братья и сестры, карающий меч божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый вождь германского народа». Призвал свое победоносное войско к новой борьбе. К той борьбе, которой мы давно жаждали. К освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле. Воистину начался новый крестовый поход во имя спасения народов от антихристовой силы. Наконец-то наша вера оправдана. Поэтому, как первый иерарх православной церкви в Германии, я обращаюсь к вам с призывом, будьте участниками в новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба. Это продолжение той борьбы, которая была начата еще в 1917 году, но, увы, окончилась трагически, главным образом вследствие предательства наших лжесоюзников, которые в наши дни подняли оружие против германского народа. Каждый из вас может найти свое место на новом антибольшевистском фронте.
Спасение всех, о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение. Исполнение ваших долголетних стремлений и надежд. Настал последний решительный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех антибольшевистских бойцов и даст им на врагов победу и одоление. Аминь. Из послания митрополита Серафима Лукьяна, 1941 год. Кавычки. Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с Третьим интернационалом. Да благословит Всевышний великого вождя германского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога. Телеграмма Всебелорусского церковного собора. Кавычки. Первый в истории Всебелорусский православный церковный собор в Минске от имени православных белорусов шлет вам, господин рейхсканцлер, сердечную благодарность за освобождение Беларуси от московско-большевистского безбожного ярма, за предоставленную возможность свободно организовать нашу религиозную жизнь в форме Святой Белорусской Православной Автокефальной Церкви и желает быстрейшей полной победы вашему победоносному оружию, непобедимому. Архиепископ Филофей Нарко, епископ Афанасий Мартос, епископ Стефан Севбо. И далее из послания православным русским людям совещания архиерея РПЦЗ 12-25 октября 1943 года. Все, что совершается в церкви, неблагообразно и не по чину, вопреки законному порядку и правде Божией, не может быть угодно Богу и полезно Его церкви. Поэтому мы не считаем себя обязаны повиноваться вновь избранному патриарху Сергию и признавать его канонический авторитет, какие бы прещения он ни обращал против нас. Давнее тесное сближение с коммунистическим правительством, во главе которого стоит кровавый тиран Сталин, и в котором участвует достаточное количество евреев, фанатически ненавидящих христианство и беспощадно истребляющих русский народ, набрасывает особенно мрачную тень на облик нового патриарха, которого наша совесть не позволяет нам назвать своим истинным отцом и духовным вождем. Вместо того, чтобы защищать от большевистского насилия свой народ, за который он должен положить свою душу, патриарх укрепляет своим благословением советской власти ее положение и через то становится нравственным соучастником ее злодеяния. Первый иерарх, утративший дерзновение обличать кровавых и нечестивых властителей, желающих лишить нас свободы, борьбы с неправдой и для всех очевидным злом, заслуживает только осуждения и в лучшем случае сожаления, отнюдь неуважения и послушания ему за совесть, как верховному кормчему нашей церкви. Чтобы вернее достигнуть своей цели, а не готовы, подобно тому же кровавому и лукавому Ироду, прикрыть свои богоборческие стремления религиозным лицемерием в надежде усыпить бдительность верующих. Эти люди с сожженной совестью, именуемые большевиками или коммунистами, о которых нам приходится так часто вспоминать и всему виду, всем ввиду угрожающей от них постоянной опасности для общества, везде служат сеятелями лжи и неправды и источником смуты умов. Никто больше и громче их не говорит о мире, и никто не разжигает с такой силой ненависть и злобу между отдельными классами и целыми народами, как они. Горе тем, кто, не разделяя до конца их разрушительные взгляды и вожделений, протягивает им, однако, руку помощи и связывает с ними свою судьбу. Союз с темными силами никогда не проходит безнаказанно. Всякое пламя может опалить того, кто легкомысленно играет с ним и касается его собственными руками. Искушенные во всяком лицемерии и лукавстве, подобные мудрецы ошибаются, если думают, что сумеют этот губительный огонь, разрушивший Россию, обезвредить для самих себя. Такая задача может оказаться выше их сил. Кровь всегда рождает кровь, и огонь воспламеняет огонь. Уже теперь очевидно для всех, что те, кто зажигал нынешний пожар или радовались его распространению,
не могут ни остановить, ни тем более погасить его. Нынешние роковые события развиваются с какой-то неудержимой стихийной силой и готовы увлечь в бездну всех, кто так неосторожно будил зверя в человеке. А нас соединяет ныне всех одно чувство – смертельная непримиримость к большевистскому злу и пламенное желание искоренить его на русской земле. Ибо мы знаем, что до тех пор, пока оно царит там, невозможна никакая разумная человеческая жизнь, никакое духовное продвижение вперед, пока это зло угрожает как нашему Отечеству, так и всей Европе. Повсюду будут утверждаться смерть и разрушение. Никогда человеческое достоинство не было унижено так глубоко, человеческая личность поругана так беспощадно, как в наши дни под властью большевизма. Нет ни одного послевоенного документа, ни одного слова от синода РПЦЗ или ее иерархов, а также от иерархов катакомной русской российской церкви, где они признавали бы свою вину или даже просто неправоту. Третья Ездры, 7.23. Это я добавку к этому делаю, но она к месту здесь. Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что его нет, не познали пути его. К Евреям 3.10. Посему я вознегодовал на оные роды и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Колоссиям 3.22. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Деяния 12.22. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Римлянам 1.23. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Но и никогда ни с кем не воевал, об этом Библия молчит тысячелетия. Но вера истинная столкнул весь мир в отвал, сам спрятался в ковчеге, словно в клетке. Зверинец у него, конечно, тот, что надо. На целый год затарил в нем питание. Жена и сыновья расположились рядом и ждут 7 дней, когда потоп настанет. За ними дверь сам Бог тогда закрыл. На целый год серьезно запечатал. Внутри мычание и хлопанье крыл, доколе с милостью не встанет у причала. Несчесть насмешек было в адрес свой. «Пошел ты прочь, юродивый святоша!» Вокруг разврат, измена и разбой. Не только жить, но слышать было тошно. Какая перспектива и ежедневный план? Впервые все, лишь вера постоянна. Теперь мы разумеем, что Ной герой Атлант не подражал тому, кто рухнул в яму. Вонище, духота не в проворот, и неизвестно, долго ли то будет. Потом закончится, но шрамы не сотрет. Для поминальников опять настанут будни. Христос дал Ноя и для нас пример. Огонь прольется с неба и затопит. Найдет ли веру среди многих вер? Та вера, Эверест среди обычных сопок. И думал ли, что слабый голубок, масличный лис усмотрит в разуме возвратиться? Есть голубь мира, знает то любой, о милости напомнит эта птица. Быть вестником у Бога Иеговы, дана нам власть, благовествуя всюду, что Бог есть мир, лишь были бы готовы. Он кающихся примет, не осудит. 24 июля 2006 года. Вот такое. Ну, на сегодня все.